столице Чувашии продолжается балетный фестиваль. В эти минуты на сцене театра оперы и балета выступает уникальный московский коллектив Государственный академический театр классического балета Касаткиной и Василева. Артисты покажут две постановки «Весна священная» и «Жар птица». Об изюминках балета на пресс-конференции с журналистами московские гости рассказали, как они работали над этими постановками. Оригинальные версии великих классических балетов, уникальные исторические реконструкции и необычные современные произведения. Именно это отличает московский классический балет от других. Театр ведет свою историю с 1966 года. За это время поставлено множество современных балетных спектаклей и реставрировано большое количество классических номеров. В Чебоксары артисты привезли два одноактных балета Стравинского «Весна священная» и «Жар птица». К сожалению, мы сейчас приехали и работаем у вас без оркестра, но надеюсь, что когда-нибудь мы и этот вопрос решим, потому что мы вот в некоторых городах, куда приезжаем, сотрудничаем с местными оркестрами. Получаются очень интересные постановки. В «Жар птица» много световых и сценических эффектов. Красивая волшебная сказка должна понравиться и детям, и взрослым. Этот балет нам передавала наша прима-балерина, наша ведущая солистка Екатерина Березина, на который спектакль был поставлен изначально. И когда передается вот из, так сказать, из первых рук, как мы, да, говорим, иногда из ног в ноги, ну, как бы лучше я не знаю, что может быть. Очень много интересной пластики, которую мы в процессе подготовки сочетаем с нашим классическим репертуаром. И это абсолютно разная пластика. Она нас в каком-то смысле раскрепощает, как бы дает нам что-то новое для исполнения потом классических партий. Еще одна постановка, которую сегодня увидит чебоксарский зритель – балет Стравинского «Весна священная». Именно эта постановка принесла Наталье Касаткиной и Владимиру Василеву всемирную известность. Они были первыми, кто после 1917 года дерзнул поставить в нашей стране балет на музыку запрещенного тогда композитора. Мне бы хотелось, чтобы зрители, которые пришли на спектакль, в этом произведении, может быть, в моем исполнении, увидели музыку и услышали танец. Каждый спектакль, он заставляет тебя думать, заставляет тебя погружаться в эту историю. И она, с одной стороны, из раза в раз ты стремишься к каким-то задачам техническим, но смыслы и эмоции всегда иные. Эти спектакли любимы не одним поколением зрителей. Они давно стали своеобразной хореографической классикой.